А вот вартовчанам не так повезло с предновогодним убранством. Жители столицы Самотлора продолжают удивляться ледовому городку на площади Нефтяников. Вот только удивление это не слишком радостное. На сей раз недовольство вызвали снежные фигуры снеговиков, которые подрядчик покрасил белой краской. Более того, после теплых выходных вартовчане в соцсетях стали жаловаться и на то, что эта краска остается на одежде и отстирывается с большим трудом. Сегодня, видимо, во избежание подобных ситуаций фигурки оградили. Как пояснили в администрации города, временно, пока работа над ними не будет завершена. Стоит отметить, что в этом году тематикой ледового городка были выбраны сказки Павла Бажова. Раньше было все красиво, сейчас в интернете написали, что типа Снегурочку как Халка сделали, а зайца страшного, зубастого, детей пугать. А сейчас, не знаю, переделали, я пришла посмотреть. Вчера были со старшим ребенком, и вот все испачкались, вот там вот все, я смотрю, перекрыли уже, и даже не погулять. Ну как-то, в общем, не радует, никак. Ну, в принципе, все хорошо, молодцы в этом году, хорошо сделали. А, все. Слов. Да все, слов нету. Не хочу, нельзя такое показывать. Так что я тут поделюсь. И так все видно.